Давайте начнем с того, что происходит на Харьковщине, потому что там кошмар и ужас. Мы усилиями редакции подготовили некие видеофрагменты. Вот я предлагаю сейчас их посмотреть, после чего обсудим. Травня 2024 року в місті Очацьку посилилися обстріли. Ситуація напружена, тому місцевим мешканцям рекомендація евакуюватися з міста Очанська, даби не потрапити під обстріл або перебувати в укриттях. Ситуація більш-менш стабільна на зв'язку. Слава Україні! Героям слава! Перше відео – це Росія, яка обстрілює. Просто бесконечный залп по Волчанску, по Харьковской области, по Харькову непосредственно. Ну и второе видео – это обращение нашего военного. Вот он призывает к эвакуации, потому что ситуация очень и очень обостренная и напряженная. Что делать? Ну, во-первых, показывать подобные видео. С этого начинается отрезвление Запада. Потому что вот оно, вот это вот оно. Вот это результат того, что долго телились, что не давали помощь, и вот теперь вот такие обстрелы. Кроме того, важно показывать эти видео, потому что эти видео поступки этих убийц российских, они бесчеловечны. Вот это вот они стреляют почему, по кому? По центрам принятия решений они стреляют? Да нет, как-то вот то, что мы видим, это такое, знаете, выходило на берег Катюша. Только Катюша развернута в другую сторону. Это точно. Конечно, нужно эвакуироваться, потому что против вот этого вот при нынешнем вооружении. Просто посмотрите на это. Это что-то вообще немыслимое. Да? Нужно отвечать, если есть чем отвечать. Но раз оно стреляет, боюсь, что отвечать нечем. И, конечно, нужно, как пел Высоцкий, «Спасите наши души». Украинцам надо спасаться, потому что под вот таким огнем ты не выживешь. Я в этом смысле поздравляю Путина, который, отпраздновав День Победы, решил День Победы претворить в жизнь. И совершенно с таким фашистским уклоном обстреливать вот так. Я вам скажу, что такого в российской злобной войне против Украины я не видел. Поэтому это не нам решать. Мы можем только осудить, удивиться, что у нас за братья. Когда отойти в сторону... Ага, это отбой тревоги. Тревоги, да. Значит, матюкнуться в углу, а потом спокойно воспринимать это безумие и понимать, что важно, что это видим не только мы с вами на фабрике новин, а это видит весь мир. И я так понимаю, извините, мне в этом случае сложно собраться с мыслями и делать вид, что это не производит на меня впечатления. Будь они прокляты, и, безусловно, на них найдется управа. Я не знаю, какая, но я не могу успокоить Москву тем, что вот подобный обстрел
что он уменьшит западную помощь. Думаю, что совершенно иначе. Ну да, вот кадры. Это где? Да, это Харьков. Это Харьков горит. То есть сегодня Харьковщину и Харьков обстрелили так, как никогда, мне кажется. Но это именно Харьков или Харьковская область? Ну вот мне пишет наш редактор, что это Харьков. Удар по Харькову. Вот Харьков. Но, Матвей Юрьевич, знаете, что меня удивляет? То есть, вас еще что-то удивляет? Да, удивляет. Удивляет, что Матвей Юрьевич. Удивляет. А удивляет меня то, что представители Белого дома, не стесняясь в высказываниях, фактически признают и констатируют, что, слушайте, ну да, да, отсутствие военной помощи позволило россиянам захватить, оккупировать больше территории Украины, убить больше украинских солдат и пройти нам дальше. Как раз наша беспомощность позволила русским это сделать. Так а где вы были раньше? Может, вы какие-то выводы в таком случае сделали? Подождите, подождите. Давайте идти в данном случае больше по человеческой, чем по журналистской канве. Хуже было бы, если бы они сказали, что они нам все дали, а мы ничего не сделали. Понимаете, да, что там разворовали военную помощь и так далее, и так далее, да? Значит, все начинается с извинений. Благоразумие, благоразумное поведение начинается с извинений. Поэтому, если они сами это признают, то, наверное, у них есть понимание, что вот то, что вы сейчас показали во всех видах, будет происходить и с ними тоже. Потому что Россия неуправляема, потому что сумасшедший человек, который ею рулит, его нельзя назвать нормальным. Принцип, который сейчас осуществляется, вот эта тактика, это часть военной стратегии Российской Федерации по убиванию двух зайцев. Первый заяц – это создание санитарной зоны, потому что с территории Харькова можно прекрасно обстреливать Российскую Федерацию. А вторая история – это захват города. Захват города обычными средствами, как это делает Россия. Все равняется с землей, ну, это Часовьяр, это Авдеевка, ну, назовите любые, да. И после этого, когда все ушли оттуда, туда входит российская армия, втыкает какое-то там свое красное знамя и говорит, что они заняли город. Конечно, Харьков, ну, если такое будет и не будет ответа вот после этого, то тогда мы Харьков потеряли. Руины Харькова будут захвачены. Потому что, вы видите, его равняют с землей. То есть просто как вот если можно глагол сделать от слова «безлюдный», его безлюдеют. Понятно, да? Потому что люди либо ушли уже, либо боятся, что они уйдут. В смысле, либо боятся, что они погибнут. И поэтому они поворачиваются и уходят. Поэтому я не могу вам ответить, что будет дальше. Это от Украины не зависит. От Украины это сейчас не зависит. И если Макрон тогда, как вы помните, сказал, что если будет вот такое вот наступление, то введут войска, то я думаю, что, наверное, пора. Вот это единственная мысль. Либо дайте какое-то немыслимое оружие, которое у вас есть для того, чтобы сделать санитарную зону со стороны Российской Федерации, чтобы на 150-200 километров там вот это вот не стреляло, либо придумывайте что угодно, либо готовьтесь, что действительно, как говорят на российских ток-шоу, мы один раз уже зашли в Париж, зайдем еще раз. То есть все цинично и абсолютно все понятно. Я не собираюсь никого успокаивать. Вот, пожалуйста, мирная конференция, там то сё, все это понятно, люди приедут, будут рассматривать мирный план Москвы. Нужно это? Конечно, нужно. Потому что мирный план Украины – это альфа и омега, и надо показать, что к нему присоединяются страны.
Но надеюсь, что вот эта вот чудовищная история, которую мы сейчас видим, надеюсь, что... Я даже не понимаю, сколько там народу погибло. Это ж вообще чудовищный обстрел. Понимаете? Куда-то же это все прилетело, то, что мы видим. Конечно. Поэтому, заканчивая эту тему, потому что об этом можно либо не говорить, либо говорить бесконечно. Вот это вот дело, как говорили школьные учителя, помните, они заходят, в классе гур-гур-гур, там всякие разговоры, и вот, надо это дело прекращать. Вот и все. Простая история. Хотите Украину? Помогайте. Хотите Малороссию? Не помогайте. Задницей своей на двух стульях вы не усидите. Да, абсолютно согласен. Матвей Юрьевич, давайте обсудим то, что вчера произошло в Москве. Парад, День Победы, речь Путина, лица и выражения лиц всех присутствующих, слухи, острые заявления Лукашенко и прочие люди. У вас какие-то мысли по этому поводу есть? Вот какие-то соображения? Ну, вы понимаете, это не стоит обсуждать по двум причинам. Во-первых, Владимир Путин, он сторонник ритуалов. Некоторые ритуалы перестали существовать. Ну, вот вы знаете, пару раз были отменены его общения там с журналистами, с народом и так далее. Для него это было важно. 9 мая – это скрепа. И эта скрепа должна быть осуществлена. По сути, ничего нового мы не видели. Рейтинг этой программы был минимальный, потому что оно воспринималось не как какое-то там проявление страны, что-то вот такое, знаете, сила, мощь и так далее. Там все это жалко выглядело, потому что все на фронте для убийства украинцев. Конечно. А вот все это в семьях смотрят для детишек. Понимаете, потому что это действительно, я вспоминаю, когда я был ребенком, ну как без парада? Ну, вы что, там же танки, там демонстрацию я потом не смотрел. Но вот эти танки, вот эти вот бомбы, вот это вот шагающие какие-то вот эти вот штабс-капитаны, на это все, конечно, это такое шоу. Что же касается морд, которые там присутствовали, то... количество стран, которые приехали, говорит само за себя, какие у них были морды, это пусть они там себя нормально чувствуют и ждут окончания вот этого вот, вот этой, знаете, безумия вот этого, которое они показывают как витрину. Потому что вот эта вот витрина, понимаете? А вот то, что мы видели до этого, это реальность. Путинская речь, она очень проста. Мы будем воевать, и война будет без конца. Да. Что касается граждан, граждане принимают. Кто-то вынужденно, кто-то с радостью и восхищением, кто-то за 4 миллиона рублей, ну, сейчас больше даже. Поэтому вот эта шагистика, которую мы сейчас видим, это обычная вещь, на которую не надо вообще обращать внимание. То есть мы обращаем на нее внимание в силу того, что это наш сосед. Но что делать, если сосед урод? Понимаете? Ничего поделать нельзя. Вот. Все легли под одного человека, и он всех... Вот все, что можно сказать. Давайте в таком случае, чтобы и в этой теме точку поставить. Ну, рано пока еще. Вот мы послушаем одного террориста и обсудим всю эту историю, а после этого пойдем на другие темы уже. Пожалуйста. Делать все, чтобы не допустить глобального столкновения. Но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности. Победы в условиях проведения специальной военной операции. Все ее участники, те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, это наши герои. Мы преклоняемся перед вашей стойкостью и самопожертвованием, самоотверженностью. С вами вся Россия.
Матвей Юрьевич, я даже не буду, значит, спрашивать, нажмет он красную кнопку, не нажмет, чего он угрожает ядерным оружием и так далее. Вообще не об этом речь. О другом хочу спросить. Вот вы, насколько мне известно, многие годы работали в России, правильно ведь? Матвей Юрьевич, ну, вам же наверняка понятен менталитет этих людей. Вот я хочу полюбопытствовать у вас. Смотрите, а вот когда человек, лидер государства, через день угрожает другим государствам ядерным оружием, я не знаю, он отдает себе отчет в том, что может прилететь в ответ, не отдает, мне об этом ничего не известно. Вот я хочу спросить у вас, как люди на это все реагируют? То есть, ну вот смотрите, наш лидер сказал, что мы можем бахнуть ядеркой по Америке. Ну вот они понимают, что это, что Америка может тоже прислать сюда ядерку. То есть они понимают, что они тоже могут превратиться в этот радиоактивный пепел, о котором бесконечно так любит порассуждать господин Киселев. Нет, они так не считают, потому что об этом не говорят в телевизоре. Дело в том, что вся пропаганда российская, она односторонняя. Мы, кстати, с вами много раз об этом говорили. Она состоит в том, что ну, пора уже ударить, или мы ударим, ну вот вы посмотрите там. Дойдем до Америки, на Вашингтон, дойдем до Франции, повторим 812 год. Но они, извините, но они совершенно не говорят о том, что, ну, так сказать, у тех тоже есть там пару бомб, понимаете? Поэтому это эффект моей мамы. Я всегда привожу в пример мою маму, которая, будучи в преклонном возрасте, там еще в советские времена, она смотрела телевизор, я был уже таким, знаете, либералом, там мне не нравился Брежнев, все вот это, я все прекрасно понимал, слушал голоса. И я говорил: мам, зачем ты это смотришь? Она говорит: ну вот они рассказывают, вот, как мы живем, как будем жить. Я говорю: ну они же врут. Она говорит: нет, Матвей, они не врут, по телевизору врать не могут. Поэтому мне кажется, знаете, вот я еще нахожусь под впечатлением вот этой бомбардировки, которую мы с вами видели, которая, безусловно, войдет в историю. У меня вообще такое ощущение, что это какой-то фейк, и его взяли из кадров Великой Отечественной войны. Там только вот голоса современные, понимаете? Но они это делают. И, ну, как вам сказать? Вот я видел такое видео, где собаки на улице чуть не растерзали девочку. Ну, просто она шла вечером по улице, и вдруг одна собака, другая собака, третья, стали ее хватать и так далее. Подлетела женщина, у нее какой-то там то ли зонтик был, то ли что. Понимаете, в этот момент, когда она била этих собак, она не разбиралась, как их зовут, там Шарик, Тузик, она не разбиралась, какая из них домашняя и так далее. Перед ней были люди, видите, люди. Перед ней были существа, которые хотели ее смерти, смерти этой девочки. Поэтому, мне кажется, Юрий, вот поверьте мне, нам уже не нужно и не следует заниматься достоевщиной и исследовать загадочную российскую душу. Пусть эта загадочная российская душа упокоится в могилах вместе с носителями этой загадочной русской души. Мне вот абсолютно, мне абсолютно все равно, что чувствуют эти солдаты, делают они это за деньги или из-за ненависти к Украине, считают они украинцев за людей, по всей видимости, нет. Вот это единственный ответ, да? И почему они выполняют вот эти вот безумные указания? Есть только одно. Пора это дело прекращать. Все. Понимаете? Пора прекращать. А Харьков, потеря Харькова, это очень существенная вещь. Это сакральный город для Украины. Говоря путинским языком, это скрепа. Понимаете? Там какое-то оружие подходит, что-то там делают. Вчера я был потрясен, когда кто-то там из американцев вдруг сказал, что оружие поступит в течение нескольких недель. Они же говорили, что
оружие уже в Европе, нам показывали поезда, которые везли. То есть я понимаю, что что-то делается. Ну вот Столтенберг приезжал, они договорились, что теперь военными операциями будет руководить, собственно, штаб НАТО, и НАТО будет, НАТО, ШМАТО. Вот это вот надо, чтобы НАТО посмотрело и поняло, о чем идет разговор. Идет разговор о массовом убийстве, о геноциде. И они собираются, они еще боятся войны с НАТО. Они не хотят обострения обстановки. И вы знаете, что сейчас НАТО, там будет такая бумага, где НАТО подтверждает, что они не будут вводить свои войска, натовские войска, как организации, на территорию Украины. А каждая страна выбирает. Они просто как бы забыли, что они воюют сейчас не с Ираком и не с Ираном. Они воюют с обезумевшим ядерным государством. Но все равно ведь вот это то, что они видят, вот это вот, это для чего Путин делает? Путин идет по своему плану. Он сказал, мы идем по плану, СВО идет по плану. А план-то какой у Запада? У Запада план такой, мы даем вам оружие, вот, которое можем, мы не готовы, к сожалению, вот мы строим заводы, там чего-то такое укрепляем, у нас самих нет. А потом они приезжают сюда и строго отчитывают Зеленского, что у него плохой закон о мобилизации. Я же уже говорил об этом, что если даже отправить на войну всех 40 миллионов украинцев, которых сейчас осталось из-за всех этих дел 29. Угу. Ну, считаем 40. И Путин отправит всех своих, то украинцы все до одного погибнут, а там население 140 миллионов, там еще 100 останется. Ну да. Поэтому я не военный. Но вот это вот, вот знаете, мы все время проходим какие-то красные линии. Ну, мне кажется, что Россия вот с Харьковом, она уже красную линию пересекла. Ну, то есть, это уже вопросы не к Зеленскому. Это уже вопросы Зеленский нахимичил, к нему миллион, может быть, претензий. Может быть, что-то было неправильно, и, наверное, было неправильно. Но когда десятикратное превосходство у врага, то хоть ты будь кем угодно, у тебя ничего не получится. Современное оружие... Кому апеллировать? Кому апеллировать? К трусам? К Западу апеллировать? Там же не надо вообще никому апеллировать. Не надо никому. А что делать тогда? Ничего, воевать. Вот как будет, так будет. Ну, вы же сами говорите, что баланса здесь нет. Нет паритета у России. Ну, нету баланса. Да. Ну, хорошо. Ну, Зеленский уже сказал все слова. Я сказал все слова. Вы сказали все слова. Что нам делать? Ну? Была такая поговорка в детстве. И бегать. В рифм. Да, 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 понимаете? Да, да, да. Нам ничего не остается делать. Сдаваться никто не собирается. Но, наверное, еще раз, это не к нам сейчас вопросы. Вот сегодня то, что вы показали, это вопросы не к нам. Да. Это вопросы к тем, кто говорит красивые слова, говорит о безмерной поддержке. Да, с одной стороны, а с другой стороны, должен сказать, что ни у Байдена, не знаю, может, сегодня будут какие-то изменения,
ні у Байдена, ні у Раши Сунака, ні. Оказалось, что они кастрированы. Матвей, хотите Украину? Помогайте, чтобы выжила Украина. Хотите Малороссию? Ведите себя так, как вы сейчас себя ведете. Простой разговор. Да, абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Ну, хотя бы 20-15 секунд. Скажите что-то хорошее в конце, вот заключение. Что-то обнадеживающее, может. Обнадеживающее простое. Против лома нет приема, окромя другого лома. И страны должны прекрасно это понимать. Я не собираюсь никого ни в чем обнадеживать. Я все время напоминаю, что были такие великие страны, могучие. Была Древняя Греция, которая родила философию, право, математику и так далее. Был Древний Рим, мощнейшая страна, которая и так далее, да, дошла до Шотландии. Был Древний Египет, который построил пирамиды, которые до сих пор люди ломают головы, как это все. И они все исчезли. Да, Россия исчезнет. Как любая империя, она развалится по разным причинам. Но боюсь, и вот сейчас, глядя на эти кадры, я боюсь, что Украина как-то исчезнет раньше, чем исчезнет Россия. И войдут и туда варвары. А я не хочу, чтобы в Украину входили варвары. И я Поэтому надо... Вот вчера там они говорили, в 30-м году Россия войдет, Украина войдет в ЕС. Да, ребята, было бы кому входить в ЕС. То, что мы сейчас видим... Назовем это простыми словами. Это убийство Украины при пособничестве Запада.